Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Существует множество моделей репитеров, и если вы впервые на нашем канале, у вас может сложиться впечатление, что мы каждый раз рассказываем об одинаковых устройствах. Разные репитеры и вправду похожи внешне и выполняют похожие задачи, однако каждая модель усилителя имеет свою уникальную область применения. Репитеры можно классифицировать по частотным диапазонам и стандартам связи, площади покрытия в помещении и по дальности приема сигнала оператора. Существуют более бюджетные решения для квартиры или дачи, или более дорогие для крупных предприятий и организаций. Сегодня же речь пойдет о комплекте среднего ценового диапазона Baltic Signal BS3G75 Kit. Представим простую ситуацию. Вы покупаете дачу и выясняется, что 3G-сеть не работает в доме и очень слабо принимается на приусадебном участке. Будучи немного знакомым со сферой мобильной связи, вы устанавливаете на смартфон приложение сотовой вышки локатор и узнаете, что ваш оператор работает на частоте 2100 МГц. В этом случае комплект BS3G75 Kit весьма вероятный кандидат для установки на вашем объекте. Производителям заявлено, что при отсутствии перегородок усиленный сигнал распространяется в здании на площади до 400 квадратных метров. Основная область применения комплекта – большие загородные дома и квартиры, подвальные помещения и паркинги, офисы, магазины и кафе. Оборудование, составляющее готовую к установке систему, позволяет успешно принимать сигнал на расстоянии до 15 км от базовой станции оператора. Как вы уже поняли, оборудование комплекта позволяет усилить только один стандарт связи, и это UMTS-2100. Очевидное достоинство усиления 3G – возможность не только совершать звонки, принимать входящие вызовы и SMS, но и пользоваться мобильным интернетом на средних скоростях. Основной компонент, который ответственен за усиление сигнала – однодиапазонный репитер BS3G75 с мощностью 320 мВт и усилением 75 дБ. Прибор оснащен экраном, отображающим уровень входящего сигнала до и после усиления. Руководствуясь информацией на экране, вы сможете быстро настроить систему усиления наилучшим образом. Автоматическая система регулировки защищает усилитель от перегрузки. Блок переключателей на передней панели устройства – типичная для репитеров Baltic Signal система ручного снижения мощности. Два разъема N-типа позволяют подключить к репитеру комплектные антенны. Пару слов об антеннах. В качестве уличной антенны для репитера подобрана панельная Astra 3G с коэффициентом усиления 17 дБ. По-настоящему мощная и эффективная антенна. Как уже было сказано, в связке с репитером Baltic Signal она обеспечивает дальность приема до 15 км. Устанавливается антенна на улице, для монтажа рекомендуется использовать стеновой кронштейн или мачту. Для эффективного приема и передачи сигнала потребуется направить Astra в сторону ближайшей сотовой вышки. Для соединения антенны с репитером в состав комплекта включена 10-метровая кабельная сборка с разъемами N и SMA, а также переходник. Вы, вероятно, обратили внимание, и репитеры антенны оснащены портами N. Зачем же кабель с SMA и, казалось бы, лишний переходник? Ответ на вопрос кроется в диаметрах разъемов. Коннектор SMA значительно тоньше, а значит, его будет проще завести в помещение. Попросту не придется сверлить большое отверстие для N-разъема. Комнатная антенна VITA-5 устанавливается в помещении. Ее основная задача – формирование канала связи между усилителем и абонентскими устройствами. Смартфоны, телефоны, 3G-модемы и планшеты пользователя будут в первую очередь иметь дело с антенной VITA. Усиления антенны достаточно для распространения сигнала на большую площадь, вплоть до заявленных 400 метров квадратных. Перед тем, как вы приступите к установке оборудования на своем объекте, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Соблюдение нехитрых правил позволит обеспечить наилучший результат работы системы, качественное усиление связи и долгий срок службы. Baltic Signal BS3G75 Kit при доступной цене обладает высокими техническими характеристиками. Это касается как площади покрытия системы, так и дальности приема. При выборе оборудования для усиления стандарта 3G мы рекомендуем обязательно обратить внимание на представленное решение. Ссылка на товар, как всегда, будет в описании. Ну а я прощаюсь с вами и до новых встреч, друзья!
Baltic Signal BS3G75 Kit при доступной цене обладает высокими техническими характеристиками. Это касается как площади покрытия и системы, так и дальности приема. При выборе оборудования для усиления стандарта 3G мы рекомендуем обязательно обратить внимание на представленное решение. Ссылка на товар, как всегда, будет в описании. Ну а я прощаюсь с вами и до новых встреч, друзья! Вот этот. Или предыдущий, блин.